пугал вас последним счетом несколько раз. Надеялся на внутреннее перестроение. Теперь говорю уже точно, в последний час начинается преображение. Вам надо распрощаться с материей. Материя всегда несет смерть. Материя никогда без смерти, а потери. Материя – это вечная круговерть. Ничто не вечно, и природа, и люди. Есть рождение всего, и есть всего убытие. Сегодня шестой эпохи для людей прелюдия, перехода в нематериальное бытие. Материя имеет скорость и время, дух – никогда. Для материи нужен учитель духа. Людям знания нужны всегда, чтобы человек вырвался из порочного круга. Посланник сказал, что 3 недели, всего 3 до начала преображения. Вам никак нельзя медлить. Через 3 недели к Богу начнется движение. Бог не бросает своих на произвол судьбы. Бережет каждого на пути к Богу. Сегодня вы идеей одной объединены. Бог подведет вас к одному итогу. В каждой сказке люди всегда в гробу. Материя – это гроб хрустальный. Я поцелуем всех разбужу и знания передам вам, словно стальные. Люди ходят по кругу, от гроба к гробу. Это великое сатаны колесо. Сейчас Бог готовит матрицу, а не толпу, чтобы не заблудились из 3 сосен в лесу. 6-я раса – это дух, а не материя. Материя – смерть, и нет продолжения. 5-я раса материей была и несла потери. 6-я раса – это дух и всегда движение. Вам надо пройти 1-й шаг по вертикали. Забудьте горизонталь. Каждый из вас сегодня почти как маг. Путь ваш – лишь вертикаль. Материя, повторяю, никогда вечность. Все вокруг вас имеет конец. Даже египетские пирамиды имеют конечность. Пустыня – это для пирамид вечный венец. Человек проживает недолго. Материя – это начало и, конечно, конец. Человек не видит своего пролога. Человек продолжает короткий венец. Человек в 6-й должен уйти из материи. Вечность есть только в духе. Религии не дают разорвать материю. Для них жизнь вечная – только слухи. Вам надо разорвать прошлые представления. Для этого даны мои знания. Русь первой получила от Создателя откровение. Вы до полубога поднялись в сознании. Мир не понимает, продолжая борьбу за мамону и, конечно, за власть. Русь не поддержит эту мировую войну. Не Руси принцип у кого-то свободу красть. Русь сквозь тернии рвется к звездам, но не в материю, а в дух. Она рвется в звездную даль. Русь святая – это судьба и никакой разрухи. 3 недели – это поступь полубогов. Спасение их в знаниях. Больше нет у Руси материальных оков. Русь перекроила свое сознание. Аминь. Отец Абсолют. 1 декабря 2020 года. Катрен. Русь сквозь тернии рвется к звездам.